Что там происходит? Похоже, студенческий митинг. Вероятно, забыли подготовиться к экзаменам и решили протестовать. Что происходит? Кто-то написал мудилы на двери сортира для трансгендеров, а президент кампуса не ужаснулся, и мы хотим его свергнуть. На прошлой неделе профессор пожелал нам счастливого дня. А ведь это микроагрессия, и в нашем обществе не бывает счастливых дней. И мы хотим тоже его уволить. Эй, если не хочешь потерять работу, не будь учителем. Точняк, твитни об этом. Хэштег уволить всех. Вива ла стул!